Благодаря проекту «Сказка детям» подопечные белорусского детского хосписа встретились в Москве с певицей Юлией Самойловой. Для многих это событие было заветной мечтой. Юлия на личном опыте знает, чего стоит достигать поставленных целей, когда твои физические возможности ограничены. Такое живое общение, оно как-то интереснее, что ли. Но лично вспоминаю себя, когда я в детстве встречалась со своими любимыми там артистами, то это было, конечно, интереснее, чем просто прийти на концерт. Самое замечательное впечатление, все позитивные, все веселые. Самое главное, что вот глаза горят. Это очень приятно. Это значит, что есть поддержка, что самое важное. Это есть любящие люди, и точно знаю, что все будет хорошо. Также в Москве подопечные белорусского детского хосписа побывали на экскурсии в планетарии, зоопарке, еще посетят Третьяковскую галерею и Покровский женский монастырь. За время проекта «Сказка детям» маленькие белорусы совершили путешествие в Литву и Венгрию.